Все аплодисменты вам и Ямалу. Но сейчас позвольте наконец представить мою замечательную команду. И также хочу сказать огромное спасибо технической группе этого замечательного концертного зала «Нефтяник». Ребята, всем физкульт-привет, аплодисменты ваши. Ну, начну, наверное, все-таки с тех людей, которых меньше всего видно. За звуковым пультом супер звукоинженер Александр Беляев. Ой, с ним рядом, всегда с ним рядом, не со мной на сцене, моя супруга Елена Корнилова, наш директор, администратор и вообще душа коллектива. Виктор Николаевич. О! Вот. Как приятно видеть, наконец, свет включения друзей в зале можно увидеть. Виктор Николаевич и всех, кого знаю, может, кого не увидел, всем добрый вечер. Ну, переходим к супервам музыкантам. Саша, телефончик, телефончик. А, да. Слева от меня стороны. Лидер-гитарист Константин Сидов. Московский. Артемий Цехановский, Томский. Я всех ребят, откуда они родом, так буду называть. Который всех сейчас порадует. Всегда хочется под его барабанную дробь танцевать лезгинку. Драмер, барабанщик по-русски, да? Алексей Ивчиков, смоленский парень. Аплодисменты. Спасибо, Губкинский! Спасибо вам большое, дорогие наши любимые, очень нежные, теплые души. О, вот, вот. А, о, ух, вот какие девчонки здесь за теннисы-то живут. Огромное спасибо, я забыл уже про свои 50, мне 25, а вы меня с юбилеем поздравляете, видите как? Огромное вам спасибо. Спасибо.